В данный момент вы видите перед собой моего монаха, который автоматически использует умение «Ослепляющая вспышка», которую я назначил под кнопочку номер 1. И обратите внимание, как только это умение откатывается, оно автоматически используется. Но, во всяком случае, вы видите, что оно активируется. Я в этот момент времени клавиатуру вообще не трогаю, это умение запускается само по себе. И давайте я вам сейчас быстренько покажу, как весь этот процесс реализовать можно. Для начала мы должны вызвать контекстное меню настройки и перейти в горячие клавиши. Далее промотайте ваш бегунок к рубрике «Игра», и там есть у нас 4 кнопочки, кнопка действия 1, 2, 3, 4. В основной графе они само собой по умолчанию назначены на кнопочку 1, 2, 3, 4. А вторая графа по умолчанию у вас пустая, так вот туда надо назначить кнопочки тоже 1, 2, 3, 4, то только уже на нампаде. На всякий случай скажу, что то, что вы сейчас видите, это есть нампад и это есть кнопочка 1, 2, 3, 4. В принципе, на этом настройка нашего автоматического срабатывания умений уже включена. А для того, чтобы все это активировалось, нам надо выполнить простое и незамысловатое действие. То есть мы выбираем нужный нам скилл, в моем случае, как я уже говорил, это ослепляющая вспышка под кнопкой номер 1. Нажимаем кнопочку 1 на нампаде, именно на нампаде, и прожимаем кнопку намлок. Зажимаем 1, прожимаем намлок, повторюсь. И все, наше умение будет прожиматься автоматически по откату. Если вы, допустим, решили отключить данную опцию, то этот процесс вам надо повторить. То есть в моем случае зажимаю кнопочку 1, ну и нажимаю намлок. Все легко, все просто, а главное без использования сторонних программ, используя лишь то, что дает нам клавиатура. Ну а на этом моменте, дорогие друзья, я ролик буду заканчивать. Я надеюсь, информация, которую вы увидели и услышали, была для вас полезной. Как всегда, с вами прощаюсь, благодарю за просмотр, ну и желаю удачи, сезона похвалим. Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал на YouTube, вступайте в группу ВКонтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма, с вами был Яков, пока!